И наши именитые земляки, которые покинули по разным причинам город Магадан и Магаданскую область, но они не теряют связь с нашим прекрасным краем. И мы слышали эти удивительные поздравления. А я хочу сказать, что вообще-то эта идея принадлежала 60 лет назад выпускникам школы номер один. Они впервые решили встречаться у Большого театра в Москве 31 августа. И я хочу сказать, что безусловно, вот на протяжении всех этих 60 лет наша притягательность нашей территории, суровость ее климата, закалка характера калымчанина, они и дали возможность сформироваться, можно даже так сказать, новой общности магаданцев-калымчан.